подключим чуть-чуть. Он там погрузчик замерз на. Едем, блядь, на К-700 вытаскивать. Нахуй нас этот. Камеру сейчас назад, наверное, поставлю, блин. Я, блин, перед подписчиками материться, когда начинаешь, капец. Многие отписываются же, есть, я же на Ютубе же канал же у меня же. Я же снимаю же. Назад поставлю, у меня там этот, подставка стоит, которая фиксирует. Если чё, нахер, как погрузчик тащим, блин, заснимем. Капец, дым, да, идет сзади. Салам алейкум. Вот он, дорогу вчера поехал чистить, и вот такая фигня рядом с ЖД путями еще. Погрузчик, блин. Ну так вот, короче, спасаем замерзший погрузчик. Хуй знает, что получится. Отсоединили карданы, короче. Вот здесь кардан отсоединил. Там кардан отсоединил. Попробуем тащить. Сейчас воздух накачаем. Кировца. Бедный погрузчик, блядь, замерз вчера. А тракторист дома пьяный спит. А погрузчик замерз, сутки простоял. Кордоны открутили, блядь. Так вот сади, да, блядь. Сугробы разве для Нивы, да? Для Нивы надо. Два мешка черноки на зуб. Да, и она поедет. И она поедет. Она поставлена. Без них. А то он тогда обед мне не смог отвезти. Да, без них как не болит. Там мужики на охоту ездят, по таким сугробам Нива тащит. Старый, может, патрон 70 какого-то там. Да, там не заедет, да, пиздец, не стал. Реклама просто, блядь. Пиздец, да. Да. Блядь, Нива, нахуй, везде проедет. Она идет, блядь, маленькая машина. У нее спереди независимая, да, подвеска, задница. Вазик тоже тема хорошая.
вчера одну серию по YouTube не домонтировал вечером, срубило же есть. Только уснул, на гранат заходит, и вот надо поехать. Трактор заводить, ведь я вчера же сказал, что свой заведу, на нем притащим его. Как думаешь, коробка замерзла или что-то, блядь, снизило? Короче, масло, блядь, уже не меняли нахуй целый год. Я как последний раз менял, то что Сережа нахуй вчера, блядь, если прокатился, еле-еле едет. Ну, я ему говорил, что прокатился. Там уже, блядь, прогноза нахуй. Масло не будет. Капитали, дай ему уже пизда. Чтобы не собирается. Там где я его сделаю. Ну да. А ты его забирать будешь, да? Будешь, короче, в городе, да? Да, конечно, тебе там все предоставят, инструменты, да? У тебя свой инструмент там все есть, да? Сделаешь его, да? Двигатель же тоже можешь сам перебрать, там ничего смешного нет. Я как бокс тут, блядь, пара есть, но внизок на выделено. Вот, говорит, китайские двигателя, говорит, одноразовые, туда-сюда же есть. Я говорю, ничего там не одноразовое. Китайские двигателя – это не китайские двигателя, это аналоги китайские. Тот же самый мерсовский двигатель с раздетыми головками. Мерсовский, не мерсовский, но мановский точно мотор, отвечаю. Машина же шахмана называется, почему? Естественно, избирать и убирать. Маленькие. Да, мы делали, я поршневую менял на подгрузчике на маленьком. Это пипец. Там кинца, блядь. Как, блядь, фольга. Как фольга. На бюллере такая же. Зато они, эти двигателя, ходят, да, один раз сделал, да, и забыл. Да. Опять на 10 лет спокойно. Да. Крепкие подборки. Поснимал. 7 минут даже. Спереди агроном на Ниве едет. 2-3, идем спокойно. Подписчики жалуются, что, говорит, одну панель, говорит, снимаешь, говорит, ничего вокруг не снимаешь. Вон горы, да, спереди? Горы, холмы. Ладно, на МТМ приедем, включимся, покажем, что да как. Я ссылку на канал отправлю, скину. Вот уже подъезжаем уже к деревне, вон. Сзади погрузчик катится. Агроном сопровождает. Стекла, да, позапотевали уже. А, вот. Да. Погрузчик сзади носит, блин. Снег закидывает, да, из-за этого пар идет. Он едет. Я вчера сено возил, возил, и белорус засох. Что, я перегнал, допустим, сейчас? Но.
контролирующий пиздец. Кировец еле как заехал. Но. Вон тот, вот этот вот кран, вот конденсат скопился, замерзает, короче. Ни режим не включить, не затормозить, короче. Вот, самый главный. Самый главный геморрой 742-го трактора в мороз. На аппаратуре? Должна быть она УТН-4, обычная аппаратура белорусовская. 4 УТН-И, да, должна быть там. Весь снегунок, он белорус замерз вчера. Бедные МТЗ, бля. Вот так, короче. Тракторист водку жрет, да, погрузчик замерз. Да. Че, в общагу пойдем пешком? Пошли. Камазик тут вообще.